Всем привет, друзья! Сегодня интересная задачка будет с счетными палочками, или можно с карандашами устроить, да и даже со спичками. Но спички лучше, конечно, взять каминные и длинные. Вопрос задачки такой. Можно ли расположить 6 палочек одинаковой длины, вот они у нас 6, 3 белых и 3 синих, так, чтобы каждая касалась любой другой? Вот, соответственно, если да, то как, если нет, то почему? Доказать невозможность. Ну вот, пока вы думаете, я вам дам подсказку, что надо располагать палочки в 2 яруса. Понятно, что никаким другим способом эту задачку не решишь. Ну, давайте начну я. Вы ставьте на паузу, если хотите подумать сами, что я вам очень рекомендую сделать. А я буду показывать. Вот давайте первые палочки, значит, первый ярус расположим вот так вот. Ну, видим, да, что у нас сейчас каждая палочка касается каждой. Даже как-то вот так вот надо расположить. Каждая палочка касается каждой. Это касается двух этих, это касается двух этих, это касается двух этих, соответственно. Ну и теперь будем раскладывать белые палочки. Первую положим вот так сразу, чтобы она касалась, видим, всех трех, да, нижних палочек. Вторую положим, сейчас вот эту подвинем немножко, вот так, она по-прежнему касается всех. Вот эту положим, будем тут двигать надо. Вот так. А третью ложим вот так. Видим, что каждая действительно касается каждой. Вот эта белая касается вот этой белой и этой, ну и, соответственно, всех синих видим, да? Эта белая касается всех синих и вот этих двух белых. И эта белая касается этих двух белых и каждой синей палочки первого яруса. Ну, как-то так. Понятно, что углы могут быть чуть-чуть другие, но я думаю, сама идея того, как это надо сделать, понятна.